Интересно, а зачем здесь сняли грунт, что корни у деревьев теперь все торчат? Может кто-то объяснить, почему вся каждая дорога заканчивается бордюром? Кошмар какой-то. Какое-то варварское обращение с деревьями. Для чего сняли этот слой? И выживут ли теперь деревья? Неизвестно. Хоть сами-то видят, что они делают. О чудо! Дорога заканчивается не бордюром. Очень неожиданное решение. Но если у нас везде будет бордюр, то вода после дождей куда будет вся уходить? И как?